Трюки с мячом. В одном из торговых центров Саратова прошел всероссийский турнир по футбольному фристайлу. Более 30 участников из 10 регионов страны, а также спортсмены из Украины и Португалии демонстрировали всевозможные трюки с мячом. Футбольный фристайл проходит в нашем городе уже в третий раз. Обучиться одному из трюков попыталась и наш неунывающий корреспондент Надежда Моско. Сегодня нас ждут крутые трюки и финты, потому что сегодня проходит турнир по футбольному фристайлу. И я надеюсь, мы обязательно чему-нибудь да научимся. Ого! А вот эти же финтюшки, финтюшки называют, да? Трюки. Ну, финтюшки и трюки, да? Ну, можно так. Вот так я хочу научиться. Ну ты мне накидывай, или что? Ура! Один трюк получился. Каждый может овладеть этим искусством. Да, даже свои трюки можно придумать. Но не сегодня, не я, да? Вот как они это делают? Как? Мне кажется, у тебя мячик в голове прирос, нет? Нет. Как-то крутится вокруг твоей оси. А я сам кручу его. Сейчас мы будем удерживать мяч на моей шее. Что делать-то дальше? У меня получился трюк! Я набью, я видела, как это делают. Вот. Ой, сейчас, по-моему, будет вообще нечего. Потому что этот парень из Португалии. А вы можете меня потренировать, вот, например, чему-нибудь научить? Да. Давайте. Делать палец. А есть ручка какая-то? А есть ножницы, да, отстричь? Для того, чтобы мне заработать вот такую вот медаль, мне надо начинать с ног. Конечно. Ой, мне твой мячик к моей кофточке подходит. Конечно. Что мне дальше делать? Дальше вам надо раздвинуть ноги и опустить мяч вниз. То есть... Честно говоря, меня просто покорил футбольный фристайл. Поэтому я не буду терять ни минуточки и отправлюсь осваивать этот вид спорта. А с вами была Надежда Моско, специально для РЕН-ТВ Саратов.